Здравствуйте! Сейчас я расскажу о таком расширении сокращатель постов для Пикабу. Данное расширение поможет вам отсеять ненужное и оставить только самое нужное. Давайте я все продемонстрирую вам в наглядном виде. Переходим сюда и устанавливаем данное расширение. И разумеется, я уже его предварительно это установил. Ну, спросите, где же оно? А вот оно у меня. Спрятанное. Потому что оно относится к классу бестелесных. Есть телесные, есть бестелесные, а есть только с настройками. Вот так вот. Так что, найдем сейчас, не пайтесь. Так, след... Вот, видите, оно включено уже. Сейчас отключим его, обновим. Ну, вот, например, вот именно для этого сайта оно, запомните. Ссылочку могу забыть оставить под роликом. Запоминайте так. А теперь включим. Ну, вы скажете, ну ничего ж не заметно. А заметно-то не должно быть. Она просто само убирает лишнее, делает компоновку, блоки подгоняет, лишний текст убирает. Для нас, людей, это незаметно, но читать становится проще. Понимаете? А ну это чисто вот так вот. Видите, читать становится в несколько раз проще. Ну, можете сами проверить, если не верите мне, сами проверите, скачайте и проверите, видите? А без него вот так вот. Ну, то есть текст немного длиннее становится, не такой плотный, ну, понимаете. Ну, это, видите... Данное расширение из разряда, который нужно проверять самому, понимаете? Данное расширение очень сложно передать словами. Малозаметные изменения, которые замечаешь, когда именно сам пользуешься. Но, в принципе, мне понравилось им пользоваться. Я вот пользуюсь уже, сколько, вот 30 минут этим расширением. И пока отлично, вот пару статей посмотрел. И отлично, прям сразу я заметил, что разница есть. Ну, конечно, пришлось приглядеться, но заметность появилась. Надеюсь, и вы заметите. Если у вас какие-то возникнут вопросы, пишите под роликом, я отвечу. Буду всегда рад на связи. И до связи. Всем удачи за просмотр. Не забудьте влепить лайк, подписку. И всем спасибо за просмотр. Удачи и пока!